Всем привет еще раз. Ну и по ножичкам какие-то были недосняты. Сейчас сниму отдельно. Там, в принципе, есть в плейлисте очень много ножей. Ну и так, дополнительно. Очень известный Кристофер Джонсон. Оригинальный представитель Англии. Очень старый экземпляр. Состояние в целом весьма и весьма приличное. Затем... Также представитель Англии Ричардс. Двухпредметничек. И два представителя Франции. Это у нас Кастан Бордю. Здесь накладки Рок. Также очень старенький, очень плотный. И второе положение у него под 90 градусов буквой Г. Очень плотно встает. Такой двухположенчатый. Самый интересный Дюма Айн. Старый представитель Франции, двухпредметничек, накладки, также Рок. Такие вот экземпляры. Цены в описании под видео, как всегда, все вопросы на почту.